Сегодня заехала в приют. Там все собаки, от мала до велика, просятся домой. Им всем хочется своего хозяина и хорошего дома. Да, это наш Чарик, который не первый раз попал к нам в приют. Попадал осенью, хозяин его забирал, но, видимо, или не справляется, или хозяину он так нужен. Пес, конечно, характерный. В квартире его держать было очень сложно. Девушка у нас брала его на передержку. Он любит человека, ему надо, чтобы человек был вот его. Да, на квартире было сложно, поэтому забрали его в приют, кастрировали. Ну, как вы сами понимаете, с такой шерсткой парню в неотапливаемых вольерах сложно. Он у нас живет с другими собачками, пытается с ними общаться. Чарик, иди ко мне. Вот меня собакой как. Приют доброго города, бушлат попал с полигона. Работники добровольно передали его на лечение, но в связи с серьезным диагнозом обратно возвращать его нельзя. Он инвалид, ему необходимы домашние условия. Он не сможет защитить себя на улице, так как не может и не сможет после лечения бегать. Это очень добрый пес и тянется к человеку. Что, тоже домой хочешь, да? Тоже домой хочешь? Ай-яй-яй, как хочется к хозяину, да? Ну, молодец. Ну, как тебя зовут? Бушлат. Бушлат, да, бушлат. Такой вот, бушлат, да. Да. Старичок, наверное, да? Ты старичок, наверное, уже. Нет? Молодец. Молодец. Это поющий щенок. Как твои дела? Как твои дела? Ну, как твои дела? Да, гав. Какая красотка. Ай, какая красотка, да. Ай, красоточка. Ай, молодец какая. Ну, ну, ну. Нельзя. 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 Не бойся, не угрожай, ты чего? Нельзя. Нельзя, нельзя. Ты молодец какая. Ай, какая хорошая. Ай, какая молодец. Ай, какая молодец. Дай лапку. Ай, молодец. Лапку дает, да. Лапку дает. Ай, какая умница. Приходите, знакомьтесь. Очень хорошая собачка, сообразительная. И все хотят домой, да, и все хотят домой. Да, 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 молодец такой, все хотят домой, да, вот такие красавицы. И тебе хочется домой, да, и тебе хочется домой. Все стенки прогрызли. Сладко спит там. Ай, так сладко спит, да. Ай, как сладко спит. В приюте очень много различных щенков. Приходите, знакомьтесь, выбирайте себе друга.